Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре «Лицом к лицу». Сможете ли вы найти подходящую мордочку животного, видя перед собой лишь ее контур? Игра поставляется в маленькой картонной коробочке и состоит из двух стопок карточек из плотного картона. «Лицом к лицу» предлагает сразу 4 варианта игры. Первый из них так и называется «Лицом к лицу». Все карточки перемешиваются, а затем раскладываются двумя квадратами, отдельный для лиц и отдельный для контуров. В свой ход игрок переворачивает одну карточку из одной группы и одну из другой. Если они совпали, то игрок забирает себе обе и может попробовать играть дальше. Если же нет, карточки переворачиваются и ходит следующий игрок. Как только будут найдены все совпадения, игра закончится, а победит набравший больше всего. Второй вариант — это даже не совсем настольная игра, а скорее просто веселая забава под названием «Смешные мордашки». Он предлагает одному игроку составлять комбинации из случайных перемешанных карточек лиц и контуров и получать таким образом забавных зверушек. Третий вариант называется «Я первый». Все карточки с отверстием выкладываются лицом вверх на столе, а колода животных перемешивается. Игрок будет открывать верхнюю карту, а затем все попытаются найти этому животному подходящий контур. Кто первый, тот и заберет комплект. Игра закончится, как только вся стопка подойдет к концу и победит набравший максимум. И, наконец, четвертый вариант – игра в прятки. Для игры отбираются 12 животных. Все их карточки перемешиваются вместе и раскладываются в 4 равные стопки, лицом вверх. В свой ход игрок берет карточку из одной стопки и перекладывает ее наверх другой. Или же он может начать новую стопку. Если наверху двух стопок оказалась и мордочка, и контур одного животного, игрок забирает комбинацию себе. Затем ходит следующий. Если после перемещения карты комбинации не получилось, то ход, к сожалению, сгорает. Как только все карточки разобраны, игра заканчивается победой того, кто собрал наибольшее число комбинаций. «Лицом к лицу» — это забавный набор игр на внимание для маленьких любителей животных. Правила в ней очень хорошо варьируются, а это значит, что игра может расти вместе с вами.